рассказать о серии фидерных удилищ для донной ловли Brain Apex Double. Apex Double – это концепция 2 в 1, которая с легкостью подойдет для 100% любых возможных ситуаций. У этого замечательного удилища два верхних колена, заменяя которые вы мгновенно трансформируете фидер в карповое удилище и наоборот. В фидерном варианте это отличный дальнобойный фидер с тестом 130 грамм, который замечательно подойдет как для речной, так и озерной ловли. Две стеклопластиковые вершинки позволят подобрать оптимальную чувствительность под любую оснастку, а пропускные кольца с размером 6,5 мм не только обеспечат великолепную дальнобойность, но и придутся, кстати, при ловле в тяжелых условиях, например, когда весной по реке идет мусор, или летом плывут водоросли, ну и, конечно же, в момент вылета тополиного пуха. Ну а как карповик, это среднемощное удилище полупараболического строя с мощностью 3,5 фунта, отличающийся выдающимися бросковыми характеристиками. Данный удилищ выпускается в трех вариантах длины – 3,3, 3,6 и 3,9 метра. Это дальнобойное удилище замечательно подойдет под волжские просторы и наш непредсказуемый Иргиз.